пишем. И чуть-чуть вниз наклоните больше. Вот так. Я хотел войти в самую церковь, как двери растворились, и вышла пышно фронтовски разодетая барыня, уже не совсем свежая, и, обратясь к нарисованному чудовищу, три раза набожно и кокетливо перекрестилась и вышла. Лицемерка, идолопоклонница и, наверное, блядь. И она ли одна, миллионы подобных ей бессмысленных, извращенных идолопоклонниц? Где же христианки, где христиане, где бесплотная идея добра и чистоты? У вас только трагизм в голосе появляется на пятом дубле. Александр Васильевич. Ну, не могу после слова «блядь» показать вам язык. Все, спасибо.